Добрый день, дорогие друзья! Рада снова всех видеть. После перерыва я Анна Гранатова, популяризатор науки, сторонник здорового образа жизни, литературовед, психолог, специалист в области арт-терапии. Сегодня у нас первая лекция из цикла «Долголетие». И я планирую ее построить, этот цикл, как энергетику питания. То есть сегодня мы поговорим с вами про углеводы. Следующая лекция, скорее всего, будет посвящена жирам, липидам, и потом мы возьмем тему белков. Для меня самую сложную, потому что здесь клуб вегетарианцев. А тем не менее, про белки говорить тоже придется. Ну и в дальнейшем, может быть, мы уже перейдем к теме нервной системы, перейдем к теме восстановления сил, то есть уже перейдем немножко к другим лекционным, так скажем, блокам. Вот, но все это будет так или иначе связано с темой долголетия. Фаина Раневская в свое время сказала, что старость – это не такое уж плохое качество, не такое уж плохое состояние, потому что это единственный способ жить долго. Но, тем не менее, мы, конечно, не очень согласны, наверное, с этим утверждением, потому что для нас старость – это синоним отсутствия сил, отсутствия энергии, это синоним того, что у человека много болезней, это синоним того, что у человека есть какая-то зависимость или от окружающей среды, или от родственников, или от детей, то есть он уже теряет полную самостоятельность в этом пространстве. Поэтому мы хотели бы, конечно, старости избежать. Но это, к сожалению, невозможно, потому что это плата за жизнь. Но вот изменить качество, да, и как бы отдалить этот возраст мы можем. Причем здесь ключевым понятием, наверное, является энергия. Вот согласитесь, что мы с вами много раз могли видеть молодого человека, который не обладает энергией, кажется нам стариком. Ну вот я недавно была на Есенинских чтениях в Константиново и в Рязани. Это была очередная конференция, посвященная юбилею Есенина. И я видела филологов инертных, с лысиной в 40 лет, с пузом, там, выпирающим из штанов, там, извините, с зеркальной болезнью, которому уже ничего не надо, с потухшим взглядом, с каким-то таким, знаете, углубленным взглядом в себя, а не в окружающий мир. И, конечно, они производили впечатление стариков, хотя им, может быть, и 40 лет, и 45 лет. И, в общем, это следствие просто образа жизни, это следствие того, к чему они пришли, что называется, своим образом жизни и отношением к себе самим. И в то же время вот я могу привести примеры даже среди моих родственников. У меня есть родственник, дядя, которому 87 лет, и он в таком возрасте еще сам может ездить на свою родину один в Пушкино из Москвы в электричке. Это при том, что он с палочкой, ну, ему уже 90 лет почти, представляете, да? То есть он опирается на палочку, он плохо видит. Но когда ему уступают место в трамвае, это на моих глазах было, он отказывается, говорит: «Сидите, сидите, я еще молодой человек». То есть это другая история. Это история человека, который интересуется жизнью, который и сейчас интересуется тем, что происходит в авиации, в космической отрасли, потому что он этому посвятил жизнь, который интересуется биохимией питания. Вот мы с ним часто обмениваемся информацией новой, значит, по, в том числе вот про таурин сегодня будем говорить. Это как раз он мне подсказал, что обрати внимание на таурин вот, в энергетике. Так что все зависит от того, как человек относится к жизни и готов ли он тратить свое время на физические нагрузки, на спортивный образ жизни, чем он питается, как он питается. Ну и, в общем, от этого, конечно, много зависит. Вообще я хочу сказать, что слово «энергия» впервые употребил Аристотель. И Аристотель буквально так и говорил, так утверждал, что энергия – это движение. То есть человек двигается, он энергичен, как вот мы сейчас говорим. Человек совершает работу, он энергичен. Энергия – это движение, и энергия – это работа. Это само как бы определение с древнегреческого понятия, что такое энергия. И, конечно, мы хотим знать, от чего это все зависит, почему одни люди энергичны и сохраняют свою молодость до глубокой старости, так сказать, паспортной старости, а другие уже в 40 лет с потухшим взглядом, уже с таким, знаете, мертвым выражением
выражением лица, уже ничего не хотят, с трудом таскают свое тело и как бы думают только о том, как бы скорее уйти на пенсию. Но это, конечно, не только связано с тем, что есть люди со стержнем, есть люди без стержня. Это, в общем-то, связано, конечно, с образом жизни. И вот здесь я хочу немножко сказать про мифы, которые сегодня окружают понятие долголетия. Я хочу об этом сказать, чтобы вы не попадались на ту удочку, которую для нас приготовили лайфхакеры. И они очень хорошо заманивают на свои платные дорогостоящие курсы, но при этом дают абсолютно, так скажем, недоказанную информацию. То есть я о чем? Медицина смогла обнаружить какие-то факты, биология смогла обнаружить эти факты, но мы не можем еще влиять на эти процессы. А вот об этом лайфхакеры умалчивают и делают вид, как будто мы на эти процессы уже влияем. Что я имею в виду? Значит, сейчас, вот, ну, по крайней мере, тот платный курс, на который меня пригласил мой искусственный интеллект в телефоне, касался работы митохондрий. То есть совершенно правильно лайфхакеры используют слово АТФ – аденозин-3-фосфат. Это универсальный источник энергии. Это та валюта, на которой работают все системы, все органы. И у нас нет просто никакого другого источника энергии в организме. Это основа любых обменных процессов. Это основа всего АТФ, аденозин-3-фосфат. Вот я вам раздала такие бумажки, на них есть эта структура. Что это такое? И вы видите, это очень просто. Вот сидят тут три молекулы фосфора, окруженные кислородом, три таких молекулки. А рядом сидит вот эта рибоза. Что такое рибоза? Это значит один из видов сахароз. И тут сидит еще аденозин, это азотистое основание. Тут буква Н, азот, это вы знаете из химии. Так вот, как эта история работает? Это работает как такая, знаете, машинка. То есть вот когда отделяются вот от этой вот молекулы вот эти фосфорные группы по одной, вначале одна, потом вторая, потом третья, вот это отделение вот от этой молекулы фосфора, это как выстрел из пистолета, из револьвера, это и есть энергия. Вот отделение этих фосфорных групп, это и есть выделение энергии, на этом работает весь организм. Ну и когда один вначале выстрел, да, потом второй, потом третий, у нас остается только вот это вот основание, которое мы называем аденозин, то есть рибоза плюс аденин, мы его называем еще аденозин, все. И это как пустое ружье, без патронов, и уже выстрелить нечем. И вот у нас в организме есть очень чувствительные рецепторы к аденозину. В основном они сидят на нервных клетках. Рецепторы, то есть это белки, которые улавливают молекулу, понятно, да? И вот они улавливают вот эту вот группу, вот это сахар, рибоза, то есть группа пентоз, потому что 5 этих букв С, то есть сахар, и, соответственно, аденин. То есть вот аденозин они улавливают, а фосфорных групп уже нет, они уже вышли. И когда эти рецепторы улавливают этот аденозин, мы с вами чувствуем усталость. Усталость, да, то есть это рецепторы усталости. И для того, чтобы эта усталость прошла, что надо? Ну, элементарно, Ватсон, это же как батарейка, ее надо зарядить. Надо, чтобы к этой батарейке опять присоединились вот эти три фосфорных группы. Ну, или хотя бы две фосфорных группы. Но лучше три, потому что три – это уже полная зарядка. Это уже аденозин-3-фосфат. Да? А если две группы – аденозин-дифосфат. То есть, ну, элементарно, мне кажется, понятно, да? Как это происходит? Я не буду сейчас говорить, как происходит вот этот синтез, да, как присоединяются вот эти вот обратно молекулы фосфорные. Это целая история. Но для нас что важно? Для нас с вами важно, чтобы рецепторы улавливали молекулы усталости, молекулы аденозина, когда у нас нет вот этих фосфорных групп, когда мы с вами напахались там где-то, я не знаю, на огороде, или просто долго думали, потому что это тоже расход энергии. Вообще у нас наибольшее количество митохондрий в нервных клетках, мы об этом сейчас будем говорить. Когда мы устали, вот очень важно, чтобы рецепторы ловили вот эту молекулу аденозина, то есть вот того, что осталось от АТФ, от этого аденозин-3-фосфата, вот это основание. Почему?
Потому что тогда организм нормально восстанавливается. Мы не можем эту энергию взять ниоткуда, ни из космоса, ни там, из каких-то внешней среды. Мы можем только сами ее синтезировать. И организму надо давать синтезировать эту энергию. Что мы делаем в современном мире? В современном мире, значит, у нас заточена целая индустрия на то, чтобы человек просто впадал в состояние хронической усталости. То есть это блокировка аденозиновой системы. Ну, наверное, знакомая информация, об этом сейчас очень много говорят. Но если как бы новый, я напомню, что главным блокатором аденозиновых рецепторов является кофеин. Кофеин блокирует чувствительность организма к аденозину. То есть организм не чувствует усталости, продолжает работать на износ. У нас где-то примерно 20% энергии – это так называемый неприкосновенный запас. И вот этот неприкосновенный запас организм вытаскивает, и только за счет этого кофеин еще работает. Но потом-то, извините, надо отдавать долги. И надо восстанавливать и неприкосновенный запас, и как бы основной энергетический потенциал. Ну, это как взять кредит. И кредит надо отдавать, да еще и с процентами. Поэтому кофеин – это плохая идея. И в нашей распространенной кофейне, вот я была 3 дня назад в Ленинке, готовила свою очередную программу «Шкатулка с визитками» для литературного радио. Я обратила внимание, сейчас там сделали огромную кофейню, убрали столовую, убрали буфет. Ну, понятно, у них идет ремонт, у них там мраморная лестница реставрируется, поэтому все нафиг закрыли. Но сделали огромную кофейню, и в этой кофейне кофе такой, кофе сякой, кофе за 50 рублей, за 60, за 90, за 200. За 400, какой хотите. Это вот это сейчас индустрия. Там, конечно, мода, там молодежь тусуется, там еще сделали такие лежаки, на них прям можно отдыхать, взял чашечку кофе, лежишь, там что, книжки не нужны, так все в кайф. Так вот это вот называется ломка аденозиновой системы. Потом очень трудно будет восстанавливать энергетический потенциал, плюс бессонница, ну и так далее. Вот, поэтому от кофе лучше отказываться. В чае как бы кофеин тоже содержится, но он там хотя бы в связанной форме, поэтому он не так жестко работает, как кофеин. Вот. Но как бы допустимо, если уж совсем никак не можете, ну, 3 чашечки кофе в день по где-то 100 мл, не более, 300 мл – это потолок. Но желательно вечером. Если вы с утра начинаете пить кофе, это совсем плохо. То есть организм вообще перестает понимать, где усталость, где не усталость. К той же истории относятся наши все БАДы, связанные с так называемой энергетикой. Или уторакок, женьшень. Вот мне кажется, что женьшень у нас спасут эти плантации, только когда, наконец, народ станет грамотным и поймет, что нельзя жить взаймы. Потому что что это такое? Это то же самое, это то, что называется психоактивные вещества, так же, как и кофеин. А психоактивные вещества – это что такое? Это то, что блокирует какие-то нейронные рецепторы, синапсы, то есть воздействует вот на этом уровне. Ничего не добавляет никакой реальной энергии, но заставляет переставать чувствовать усталость. И тот же женьшень и элеутерокок работает по принципу перевозбуждения нервной системы. Тот же самый китайский лимонник. То есть вы какое-то время работаете на подъеме. Если вам надо сдать экзамен в школе, прекрасно сдаете там в институте. Вот. Если вам надо там прочитать лекцию и всю ночь вам надо работать, великолепно работать, но потом вы исчерпали ваш запас АТФ, у вас полностью распались не только базовые вот эти молекулы, которые работали на основном энергообмене, но у вас еще и, соответственно, ушел весь неприкосновенный запас, вот эти 20%, и потом надо долго отсыпаться, потому что сон – это основной, между прочим, механизм восстановления сил и энергии. Кто найдет книжку Полуэктова Михаила, может быть, она здесь есть, в «Белых облаках», я думаю, что должна быть книжка Михаила Полуэктова про сон. Посмотрите, «Сон. Биоритмы», называется она от, по-моему, «Сна до летаргии» или как-то так. Ну, в общем, интересная книжка, синяя обложка. Там на обложке изображена такая то ли девушка, то ли электроэнцефалограмма, такая графика своеобразная. Михаил Полуэктов, наш ведущий сейчас сомнолог. Итак, вернемся мы дальше к мифам, и мы вернемся дальше к правде о том, что такое энергия. Значит,
наши лайфхакеры поняли, что вот этот самый АТФ, аденозин-трифосфат, формулу которого вы видели, синтезируется где? В митохондриях. Замечательно. Значит, это школьный учебник биологии, а как я сейчас выяснила, это вообще уже и программа по биологии обязательная. В наши годы это был первый курс института, теперь это сдается в школе на экзаменах. Значит, митохондрии, клеточная структура. Все-таки напомню, кто биологию не очень любил в школе. А вот у нас клетка, да, как целая вселенная. Опять-таки я вам раздала вот эти вот картиночки, чтобы вы посмотрели на картиночках, как это выглядит. И вот эти сосисечки с внутренними такими зигзагами, да, это на самом деле внутренняя мембрана, она такая вся в складках, чтобы поверхность была больше. Ну, та же логика, что и поверхность наших больших полушарий, у нас же тоже извилины и борозды, да, чтобы поверхность была больше. Вот тоже, чтобы поверхность была больше, вот эти складки в этой самой митохондрии, вот эти вот сосисечки тут вот они есть. Если вы работаете с моей картинкой, то вот обратите внимание, тут латинскими буквами написано митохондрион, с этой стороны, вот она одна из них. Значит, что такое митохондрия? О, митохондрия – это такая маленькая энергетическая станция клетки. Это у нас такая, знаете, электростанция, причем крутая природа, умная природа, создала электростанцию на водороде. То есть это сейчас мы только приближаемся к энергетике будущего. Это сейчас мы хотим там на водороде что-то делать, там какие-то чуть ли не автобусы, да, экологические, не, так сказать, чтобы не нефть и газ сжигать, а вот водородное топливо. Ну, пока вот, правда, водородная бомба получилась с энергетикой водородной, пока вот как-то не очень. Но умная природа вот эти водородные электростанции создала миллион лет назад. Они есть у каждого из нас, и наибольшее их количество находится в нервных клетках до 5000. Как это произошло? Ну, пока, честно говоря, никто толком не знает. Есть куча гипотез. Я вас познакомлю с одной из гипотез, наиболее популярных. Это гипотеза о том, что когда-то вот эти самые митохондрии, они были самостоятельными маленькими бактериями. Но им было очень плохо в окружающем мире. Они были очень маленькие, слабенькие, но они умели создавать энергию. Они умели синтезировать вот этот самый аденозин-трифосфат, который лежит в основе абсолютно всех процессов, которые у нас идут, когда мы едим, когда мы дышим, когда мы двигаемся, когда мы читаем. Вот все идет на АТФ. Другого у нас варианта энергетического соединения не существует. Так вот эти вот митохондрии, они научились каким-то чудесным образом этот АТФ синтезировать. И клетка сказала: о, это классно, ты будешь поставлять мне энергию для всех процессов, мне это надо. Мне надо синтезировать белки на моих рибосомах, это затраты. Мне надо размножать ДНК мою, да, хромосомы в ядре находящиеся, это затраты. Мне надо вести разные обмены, мне надо работать с жирами, с белками, мне везде нужна энергия. Значит, митохондрия будет это все дело поставлять, универсальную энергию для клетки. За это она получила защиту от внешней среды, потому что дубовая шкура у клетки все-таки помощнее, чем маленькая оболочка у митохондрии. Ну, а, соответственно, клетка получила вот такие вот внутренние электростанции. О чем говорят наши уважаемые лайфхакеры? По крайней мере, то, что мне прислали на телефон. Давайте-ка мы увеличим число митохондрий. Во, как это будет. Давайте мы увеличим их количество в каждой клетке, и мы все будем супер вообще энергичные и просто вот будем как супермены, там и киношные какие-то там голливудские герои. Да? Это на самом деле невозможно. Вот здесь-то начинается главное «но». Потому что то, что они предлагают, какие-то особые дыхательные упражнения, какая-то особая гимнастика. Ну, будем надеяться, что это, конечно, не навредит, но на количество митохондрий в клетках это совершенно точно никак не повлияет. Мы не умеем пока вот влиять на клетку на таком уровне. Точно так же, как мы не можем повлиять на теломеры в клетках, от которых зависит как бы продолжительность жизни клетки и вообще продолжительность количества ее делений. То есть здесь вот как бы надо понимать, что есть факты, а есть как бы вот эти мифы вокруг этих фактов. И где эти мифы начинаются?
Вот. Поэтому я хочу сейчас, вот, поговорив о том, что да, митохондрии синтезируют АТФ, это АТФ это основной энергетический наше соединение молекулы, да, сейчас мы перейдем, откуда его брать, потому что понятно, что во внешней среде его вот нет в таком виде, да, во внешнем мире есть и другие соединения под названием углеводы, которые будут как раз и работать в синтезе АТФ, но мы сейчас к этому чуть-чуть подойдем. Я смотрю на время. Давайте я очень коротенько вам расскажу про мифы вокруг долголетия. Значит, опять-таки, за счет чего у нас выросла продолжительность жизни? Есть доказательная медицина, есть недоказательная медицина. Я стою на позициях доказательной медицины, то есть для меня важно, чтобы это где-то было опубликовано, чтобы это где-то можно было прочитать, чтобы поставленный эксперимент подтверждался в разных точках земного шара. Так вот, наиболее, так скажем, подтвержденная информация на этот счет в чем состоит? Продолжительность жизни людей в 20 веке, да, и в предыдущих, там, 18, 19 и прочих столетиях, в основном за счет чего увеличилась? Много есть факторов. Но, на мой взгляд, самый доказательный фактор – это то, что убрали риски ранней смертности. Что это за риски ранней смертности, от которых умирали люди в достаточно молодом возрасте, в 40 лет, в 30 лет? Ну, здесь достаточно легко вспомнить. Давайте мы вспомним поэта Семёна Надсона. «Как много прожито, как мало пережито. Надежды светлые, юности и любовь, и все осмеяно забыто, погребено и не воскреснет вновь». Надсон, любимый поэт, кстати говоря, Бунина, вдохновитель Ивана Бунина, он погиб в возрасте 20 лет, и как его не пытались спасти, ничего не получилось. Я продолжу эту историю. Мы, конечно, помним такого замечательного юмориста, как Илья Ильф. «Золотой теленок», «12 стульев», «Одноэтажная Америка». Он погиб в 37 году. И отнюдь не из-за репрессии, а от болезни, от которых он не мог справиться. Вы знаете, что когда он поехал вместе с Петром в Америку, и там начали они готовить вот этот сборник очерков «Одноэтажная Америка», у Ильфа открылось кровохарканье. Я могу, конечно, привести такой хрестоматийный пример, как Чехов. Из той же самой серии. И мы понимаем, что бактерия туберкулеза убивала людей, и ничего с этим сделать было нельзя. И победа над этой бактерии началась тогда, когда была создана знаменитая БЦЖ, вакцина противотуберкулезная. И победа над микробами, которые уносили миллионы жизней, началась именно в начале 20 века. Но я хочу напомнить, что все войны человечество прошло без антибиотиков. Первый антибиотик промышленный был создан в 1941 году. Вот, только как бы когда началась у нас Отечественная война, и этим занимались ученые из Оксфорда, и у нас тоже в России. Хотя эксперименты, конечно, в этой сфере были. Это, например, тот же Александр Флеминг. Это 1928 год, и это открытие пенициллина. И это, конечно, Луи Пастер, который тоже ближе всех подошел к этой теме. И Мечников, его последователь, Пастер, которого дали задание выяснить, почему же это дурацкое вино-то в конце концов все время киснет и киснет, киснет и киснет. Ну что же нам такое-то придумать, чтобы лучшие французские вины, ну, перестали бродить, когда их не просят об этом. И гениальный Луи Пастер создает, открывает феномен пастеризации, тот феномен, который назовут его имени, что при 60 градусах Цельсия большинство патогенных микробов гибнут, то есть даже не надо кипятить. Вот, хотя если особо опасные инфекции, там типа холера, конечно, кипятить желательно и несколько минут. И таким образом мы пришли с вами к тому, что именно с микробами создание противомикробной индустрии антибиотиков помогла убрать важнейшие факторы смертности, риска смерти в раннем возрасте, в достаточно молодом возрасте.
И, соответственно, здесь этот фактор, конечно, идет очень близко, очень рядом. Он идет с таким понятием, как вакцинация. Потому что, я повторяю, победить туберкулез смогли только благодаря БЦЖ. Это вакцина, созданная в 1920 году. И мы до сих пор используем эту вакцину, созданную на мертвой бактерии, да, вы знаете, что, но это отдельно можете читать, будет лекцию, если интересно, что бывают вакцины, созданные на ослабленном организме, то есть травит эту несчастную там бациллу или там вирус до той степени, что она уже не может работать, но когда этот белок попадает в организм, начинает вырабатывать антитела. Это вот, кстати, последняя версия третья вакцина на ковид, Ковивак, вот, по-моему, она как раз по этой схеме, классика. Вот, бывает вакцина, созданная там из кусочков этих пептидов, и бывает, что там как бы искусственно вот сейчас их собирают, и бывает, что создают вакцины на токсины, которые синтезирует сам микроб. И тогда организм уже вот как бы такая вторичная реакция. Но это мы с вами отдельно будем говорить, это не наша сегодняшняя лекция. Вот, поэтому... Вакцинация, конечно, очень сильно помогла. И вы знаете, да, кто первый в России прививался от оспы. Эту фигуру вы не знать не можете. Я напомню, конечно, Дженнера, да, который обнаружил британский врач. Он обнаружил, что доярки, которые доят коров, они почему-то оспой не болеют. Оказалось, что вот эти язвочки на вымени коровы, которые возникают, они содержат в себе, соответственно, вот этот, это уже вирус, да, вирус, но он очень близок к вирусу черной оспы человека. И поэтому, если человек не заражается как бы вот этой коровьей оспой, то он уже не болеет и человеческой. То есть антитела, они становятся вот так вот работать. Дженнер это открыл в свое время, и, значит, ему дали за это большие награды в Англии. Ну и вы знаете, что он там чуть ли не своего первого даже сына вакцинировал, чтобы показать, что да, это реально работает. И вы знаете все-таки, что первая вакцина против оспы у нас сделала Екатерина II, показав, что она поддерживает науку. Поэтому вот то, что касается продолжительности жизни, это во многом связано, конечно, с тем, что мы научились бороться с микробами и, конечно, в меньшей степени с вирусами. Намного в меньшей степени. И одно время, когда я была даже в центре, который занимался работой с вакцинами, с микробами, даже центр близко очень подошедшим к биологическому оружию, не буду называть, мне сказали там, что была международная конвенция, по которой мы подписали соглашение, что с вирусами работа не идет. Ситуация может очень легко выйти из-под контроля. Ну, что, в общем-то, в случае с ковидом и произошло. Так, возвращаемся мы к нашим баранам. Значит, мы выяснили, что продлить здоровье, вот как бы убирая вот эти факторы риска, удалось благодаря противомикробной политике. Но как нам все-таки быть здоровыми и энергичными долгие годы? И как нам поддерживать вот этот энергетический запас АТФ, аденозин-трифосфата, для того, чтобы организм работал и чтобы ему на все хватало сил? Значит, есть такой миф замечательный и очень распространенный о том, что источник пищевой энергии, да, энергия поступает из пищи, у нас что? Три основных компонента – белки, жиры, углеводы. Все, больше ничего другого у нас нет. Ну, еще минералы, витамины, но это отдельная тема. Они не участвуют и не в энергетическом, не в классическом обмене. Как бы вот по основным процессам они работают там как катализаторы, либо в их присутствии идут какие-то процессы. А вот основные элементы нашего питания, пластического обмена, всех процессов, связанных с строением организма, да, с восстановлением структур,
Это, конечно, белки, жиры, углеводы. Все. Значит, что такое углеводы? Углеводы – основной источник энергии. Именно углеводы, а не жиры. Понятно, что жиры выделяют 9 калорий. 1 грамм жира, липида выделяет 9 калорий. Углеводы выделяют 4 калории. Казалось бы, в 2 с лишним раза меньше. Ну и белки выделяют где-то там 3,7-4,1 по разным данным. По-разному считайте тоже 4 калории. Вот, белки и углеводы выделяют 4 калории, жиры выделяют аж целых 9, и тем не менее не жиры, а именно углеводы являются основным источником энергии. Почему? Потому что для того, чтобы жиры перешли в, собственно говоря, энергетический обмен, они должны трансформироваться очень сильно, и в том числе они должны включиться в углеводный обмен. Потому что путь у нас, вот этот АТФ, он как бы один. И потом, когда будем говорить про жиры, поговорим, как это происходит. Так, конечно, углеводы – это соединения, в которых есть атом углерода. Вот, поэтому мы их называем карбоксильными соединениями. Карбон, карбониум, вот это С, да, это углерод. Вот такой вот как бы элемент таблицы Менделеева, шестой по счету. Кстати, он же у нас находится и в каменном угле, вот, и в алмазах тоже. Вот как ни странно. Так что углеводы. Сахар. Давайте есть больше сахара, и у нас будет больше энергии. А чего? Вот как бы вот он есть, этот сахар. Вот тут 5 грамм, значит, в кусочке. Соответственно, помножим мы это все дело на 4. Видите, 20 калорий. Один кусочек. Вот ничего подобного. Если мы съедим этот сахар, у нас энергии не прибавится. Потому что энергию надо еще создать и синтезировать. Мы должны этот сахар перевести в АТФ. Напоминаю, что именно АТФ является источником энергии. А как это происходит? Значит, здесь есть, значит, два пути. А, вот еще что, про что хотела сказать, причем я перейду к гликолизу. Я хочу сказать, что вот сахар, глюкоза и фруктоза, вот три понятия, которые мы должны знать. Значит, сахар – это глюкоза плюс фруктоза. То есть это такая молекула, в которой кусок сидит от глюкозы, и второй кусок – это фруктоза. Вот это вот наш с вами любимый сахар, вот он из этого состоит. В глюкозе и фруктозе содержится по 6 атомов углерода, а в сахарозе, естественно, в 2 раза больше, потому что там и глюкоза, и фруктоза, да, а здесь только вот глюкоза. Так вот, эти 6 атомов углерода, чем глюкоза отличается от фруктозы? Почему говорят диабетикам и сами диабетики говорят о том, что мы будем есть фруктозу, это все хорошо. Мы там понижаем уровень сахара в крови, и значит мы не болеем. Да, это миф. Сейчас я буду его развенчивать и объяснять, почему это самообман. Вот. И почему фруктоза ничем не лучше глюкозы, и вообще откуда этот миф взялся. Я думаю, что это есть смысл об этом поговорить хотя бы одну минуту. Смотрите, значит, глюкоза и фруктоза имеют одно и то же абсолютно строение. Одинаковое количество атомов углерода, одинаковое количество там атомов водорода и кислорода. Вот, вот все вот один в один. Но есть, как говорят, маленькая разница. Разница в чем? В структуре. Вот, допустим, я вам показываю браслет, да? Вот на нем какое-то количество шариков. Вот теперь я возьму этот браслет, вот так вот переверну. И получится что-то такое вот, да, какая-то такая другая история. Но я же тут ничего не поменяла. Шарики-то те же самые, количество то же самое, только вот форма другая, да. А так распущу, будет опять вот колечко. Вот примерно та же история между глюкозой и фруктозой. То есть глюкоза имеет немножко другое строение, вот чисто структура другая. Структура пространственная другая, чем у фруктозы. По-другому немножко связи расположены. Кто химик, это может посмотреть. И из-за этого что у нас получается? У нас из-за этого получается, что наш организм видит глюкозу, а фруктозу он ее не видит. Но это не значит, что ее нет. Если мы съели с вами замечательное яблоко, допустим, то мы организм насытили фруктозой.
А если мы съели кусочек сахара, то тут и глюкоза, и фруктоза. Два в одном, как говорится. Если мы съели с вами горсть винограда, ветку винограда, у нас глюкоза в чистом виде. Вот. Значит, на глюкозу организм реагирует. Как он реагирует? Элементарно, Ватсон, это все знают даже в школе. Он выбрасывает инсулин. А как он реагирует на фруктозу? А вот он не выбрасывает инсулин. Поджелудочная железа и рецепторы клеток не видят фруктозы. Поэтому инсулин не подскакивает. И вот на этом-то устроена вот эта вот вся индустрия продажи фруктозы. Потому что что для диабетика самое страшное? Для него страшно не столько то, что сахар зашкаливает, сколько страшно перепады и колебания сахара. И вот он съел, допустим, виноград, и у него раз, и сахар сразу взлетел под потолок. А он съел яблоко, и нет этого. Он выпил чай, допустим, с сахаром, с чистым, с рафинированным, у него сразу же подскакивает уровень сахара в крови, сразу же скачок инсулина. Поджелудочная железа, а точнее островки Лангергасса в этой железе вырабатывает инсулин. Для чего? Чтобы этот сахар убрать из крови, чтобы его утилизировать, чтобы его пустить в мышцы, чтобы его, может быть, пустить в жир, если его там слишком много. Вы съели там, я не знаю, тортик сразу, да, но куда столько? Это надо в жир пускать, потому что для энергетики это чересчур. Вот. А если человек ест фруктозу ложками, да, и как вот одна моя знакомая говорит, ой, я так хорошо борюсь с диабетом, ты знаешь, фруктоза-то она же в два раза слаще сахара, я борюсь с диабетом. Я ей говорю, сейчас не буду произносить ее имя, я говорю, ты понимаешь, какая простая фигня получается? Фруктоза-то это та же самая глюкоза, только она вот по-другому немножечко сконструирована. И рано или поздно она возьмет и развернется, и вывернется, и будет у тебя чистая глюкоза из твоей фруктозы. И та же история будет продолжаться с подъемом инсулина. Вот. Поэтому фруктоза – это такая опасная вещь, и как бы не надо думать, что она не способна превращаться в глюкозу. Она прекрасно превращается в глюкозу. И вот здесь мы с вами, значит, подошли к такой теме, как гликемический индекс продукта. Значит, мы сейчас говорим про инсулин, мы скоро будем говорить про кортизол, мы скоро будем говорить с вами про добавки, которые нам необходимы для усвоения сахара. Мы будем говорить про магний, про таурин и про хром, как я вам обещала в аннотации к лекции. Но вначале давайте поговорим чуть-чуть про гликемический индекс продукта. Значит, что это такое? Зачем нам это надо знать? Значит, гликемический индекс – это то, как организм наш с вами реагирует на подъем сахара в крови. Да, и то, как, соответственно, организм, реагируя на вот этот сахар, выбрасывает инсулин. Значит, ученые договорились, что вот у нас все же крутится вокруг глюкозы, основное вещество, которое вступает в энергетический цикл. Ну, давайте мы глюкозу и возьмем за основу расчет этого гликемического индекса. Знаете, как вот там 100 градусов Цельсия, кипение воды. Ну, давайте мы договоримся вот просто между собой в ученой среде, что вот у нас вот сколько глюкозы останется в крови спустя 2 часа после приема пищи, вот такой вот мы индекс и будем присваивать. Вот возьмем мы глюкозу, назовем 100. Глюкоза это будет сотка. Это значит такая базовая цифра на гликемический индекс. Вот. Ну и, соответственно, остальные продукты там или меньше, или больше. В основном, конечно, меньше, потому что переплюнуть сахар очень трудно. Но есть продукты, у которых гликемический индекс выше. Это означает, что спустя 2 часа после того, как вы съели этот продукт, у вас количество сахара не падает. Или падает очень медленно и очень высокий уровень инсулина. А выше, чем у глюкозы, гликемический индекс у пива. Вот откуда у нас берутся люди с, так сказать, не очень красивой фигурой, потому что это связанные вещи, выше у гамбургеров и фастфуда. И самый чемпион по гликемическому индексу
Я вам его покажу, может быть, знаете. 140, то есть очень круто превышает, чем у глюкозы. Это финики. Финики – абсолютный чемпион по гликемическому индексу. Съедите 100 граммов фиников, у вас сахар очень долго будет находиться на высоком уровне, очень высокий будет уровень инсулина, и, в общем, организм будет пребывать в состоянии стресса. Хотя финики вот в маленьких дозах – вещь приятная и даже полезная. Итак, до чего мы договорились? Мы договорились, что у нас продукты есть с низким, средним и высоким уровнем. Ну, элементарно, Ватсон, чем больше простых, рафинированных сахаров, да, тем выше будет гликемический индекс, потому что он тут же будет вызывать распад инсулина. Возьмите картошку, это же сколько надо, в общем-то, еще сил, энергии, чтобы вот этот крахмал распался до уровня глюкозы. Хотя, если вы поджарите картошку, там все будет гораздо проще, там гликемический индекс будет очень высокий. Понятно, что если вы берете белковый продукт, то есть сахара в нем мало, да, или, допустим, жиры какие-то берете, тоже опять-таки без сахара, ну, чтобы не быть голословной, берете мясо, индейку, курицу, это белковые продукты, молоко, творог, белок, да, у вас там гликемические индексы будут низкие по определению. Берете продукты, содержащие углеводы, это фрукты, да, фруктоза, это там та же морковь и свекла, это, соответственно, все кондитерские изделия, всякие булочки и так далее, и так далее. Это по определению будут высочайшие гликемические индексы, то есть высокий уровень сахара, высокий уровень инсулина. Значит, есть таблицы этих гликемических индексов, это все можно посмотреть. Вот, например, пшеничная мука 69, ананас 66, оладьи, пицца 60, пельмени где-то так же, кукуруза там 55, значит, йогурт, котлеты, значит, манго, хурма, киви, коричневый рис, апельсин, сладкий йогурт и клюквенный, яблочный, ананасовый сок и кофе натуральный, это 50. Вот, значит, ну, финики, как я вам говорила, 140, пиво 110, вот, белый хлеб и бублики 100, то есть как у глюкозы, сдобные булки 95, лапша из риса, абрикосы, мед, пирожки, белый рис, персики и хот-доги 90, кукурузные хлопья 90, картофельное пюре 85, пончики 85, значит, мюсли с изюмом 85, крекер, сгущенка то же самое. Дальше ниже тыква, арбуз, рисовая каша с молоком, это 80 уже идут. Французский багет 80, лазанья, кабачковая икра тоже где-то так 70. Пшено, белый, коричневый, сахар 70, манка 70, молочный шоколад 70, слоеная выпечка, сладкая газировка 70, перловка, халва, сырники и соки в упаковке и варенье 70-75. Где-то так. В общем, это все высокие гликемические индексы. То есть нам надо с вами запомнить, что 60 плюс это высокий гликемический индекс продукта. 60-70 это высокий. Нам надо стараться отбирать те продукты, которые имеют индекс, ну, 50 и ниже. Вот, это можно найти все в таблицах. Это зелень, это белковые продукты, как я уже говорила. Значит, чем опасны вот эти все рафинированные продукты? Они опасны тем, что они не просто вызывают подскок инсулина, и инсулина много, но еще и то, что когда инсулина много, то прекращается липолиз. То есть распад жиров блокируется. Поэтому мы толстеем не только потому, что вот эти сахара переходят в жиры, но еще и потому, что жиры сами по себе в обменку не вступают, благодаря нашему любимому инсулину. Значит, вот то, о чем я вам сейчас рассказала про инсулин, да, про индекс продуктов питания гликемический, очень близко подходит к такому понятию, как инсулинорезистентность. Вы знаете, я как бы хожу в спортзал довольно давно, уже там где-то с 20-летнего возраста, и я хочу сказать, что сейчас кардинально поменялся подход тренерского состава к занимающимся. То есть, если в годы моей молодости, юности,
Нас спрашивали о том, есть ли у нас справка от кардиолога, потому что вот эти все катаболические нагрузки, связанные на то, чтобы распадались у нас жиры, они связаны всегда с большой нагрузкой на сердце. То есть сердце всегда должно работать в режиме где-то 120-140 и выше. Пока этого не будет, никакого катаболизма не начнется. Организм не начнет расходовать свой гликоген, уж тем более говоря, жир такой заложенный в организме, да? Вот, поэтому вся аэробика, все вот эти беговые дорожки, весь шейпинг, которым я занималась, это всегда повышенный режим пульсовой. То есть пульсовой режим 120-140, вот где-то и выше, 160 даже. И нас всегда спрашивали, есть ли у вас справка от кардиолога, принесите нам кардиограмму, потому что мы должны быть уверены, что ваше сердце выдержит часовую нагрузку в режиме 140 ударов в минуту. Вот, то теперь я прихожу в спортзал и говорят, нам нужна справка от эндокринолога. Мы хотим знать, нет ли у вас повышенного сахара в крови и нет ли у вас инсулинорезистентности. Это спасибо нашей индустрии быстрого питания, спасибо нашим кафедрам на каждом шагу, спасибо нашим булочным, бесконечным кондитерским и так далее, и так далее. Сейчас люди, приходящие в спортзал, они уже приходят вот с этими проблемами, с проблемой, близкой к тому, это, так сказать, преддверие диабета второго типа. Ну, я не люблю говорить второй, первый тип, это, знаете, можно запутаться. Я люблю говорить диабет врожденный и приобретенный. Значит, врожденный или первый тип, это когда поджелудочная не работает в принципе, она в принципе вот с рождения не вырабатывает этот инсулин или в недостаточном количестве. А приобретенный – это вот второго типа, это то, что нажито булочками, пирожками, бесконечными этими кофейнями и так далее. То есть когда инсулин-то вырабатывался, но в конце концов, получилось так, что поджелудочную долбали этим избыточным сахаром из рафинированных продуктов, и она перестала выделять инсулин. То есть она решила, что это норма. Это норма, что сахара не 4,5-5,5, да, капиллярная кровь, показатели, а выше. Что 6 – это норма, 7 – это норма, и организм уже так и считает. Но на самом-то деле это не норма, потому что если сахар из крови не уходит, это приводит к сужению сосудов, это приводит к их закупорке. Отсюда такие страшные заболевания, как потеря зрения, это связано с нарушением обмена в сетчатке глаза. Это такие страшные заболевания, как, вот знаете, да, до гангрены доходит, когда отнимают ноги у диабетиков. То есть это все сосудистые, очень тяжелые сосудистые патологии. Поэтому, конечно, вот этот приобретенный диабет, связанный с инсулинорезистентностью, это не очень хорошо. И когда еще тут есть такая фишка, что углеводы сладкие у нас начинают распадаться прямо в ротовой полости. То есть если белок, это мы помним с вами из курса биологии для школы, это желудок, в желудке, да, соляная кислота, белки начинают разлагать, а потом тонкий кишечник. Если липиды, это уже 12-перстная кишка, там у нас все ферменты сидят, которые занимаются жирами, то углеводы-то, извините, вот вы съели яблоки, вы уже почувствовали этот сладенький вкус. У нас самые мощные рецепторы во рту – это рецептор на сахар, на углеводы. Поэтому, конечно, кофейни, булочки и так далее, кондитерская индустрия, все это процветает. Вот. Но здесь, конечно, мы должны понимать, что это в какой-то степени пищевой наркотик, что мамы, там, которые закармливают своих детей конфетками, должны понимать, что это путь к инсулинорезистентности и к диабету второго типа. И жены, которые кормят своих мужей оладушками, пирожками, там, шарлотками и так далее, они тоже должны понимать, что вот эта их любовь оборачивается просто тем, что человек становится полным, у него перестает работать поджелудочная железа, и в конце концов он теряет энергию. Потому что таскать на себе там лишние 20-30 килограмм веса, это откуда силы-то взять на все это? Значит, сейчас я перехожу теперь к теме, как у нас происходит вообще утилизация углеводов и сахаров с точки зрения биологии. Потому что кто это знает, тот, соответственно, лучше управляет своим питанием. Эта информация, я думаю, полезная.
Значит, есть у нас два гормона. Про один говорила долго, про инсулин говорила долго, про поджелудочную, про островки Лангергарса, про то, что инсулин работает для того, чтобы этот сахар включить в энергообмен. Вот. Но у нас есть второй гормон, он называется кортизол. Я вам его написала. И кортизол у нас вырабатывается, где-то здесь он есть. Правда. Ну, в общем, да, вот он против, видите, я прямо написала его через черту. Кортизол занимается тем, что он мешает работать инсулину. Кортизол – это гормон надпочечников, корковой их поверхности. Да, есть мозговое вещество, там, где у нас адреналин сидит, а есть поверхностная корковая зона. Значит, вот там находится кортизол. Кортизол вырабатывается, ну, для разных, вообще говоря, задач. В том числе одна из задач, которую решает кортизол, это биоритмы. И мы просыпаемся утром иногда в 4 утра, в 5 утра, потому что нас будет кортизол. Он один из гормонов, который участвует вот именно в этом цикле. Но кортизол одновременно – это гормон стресса. И мы это прекрасно знаем. И что если кортизола очень много, и он постоянно присутствует в крови, постоянно надпочечники его синтезируют, то ну, это добром не кончится, потому что это ломает очень сильно как бы метаболизм. И вообще это связано с таким хроническим стрессом. Значит, кортизол что делает? Он блокирует рецепторы, чувствительные к инсулину. Поэтому, когда мы чувствуем какой-то стресс избыточный, да, а как кортизол вырабатывается? Кортизол вырабатывается надпочечниками, но не сам по себе. Он вырабатывается благодаря, значит, кортикотропному гормону. И этот гормон синтезируется в гипофизе, вспоминайте, физиологию нервной системы. Да, маленькая железа весом в грамм находится на так называемом седле в мозге. А гипофиз уже подчиняется гипоталамусу. Вот гипоталамус, так сказать, посылает сигналы в гипофиз, гипофиз синтезирует вот этот аденозинокортикотропный гормон, и, соответственно, уже под действием вот этого гормона наши надпочечники синтезируют вот этот замечательный гормон кортизол. Вот, поэтому если мы решаем, что нам грозит опасность, это мозг. Мозг решает, что нас сейчас будет есть саблезубый тигр там, или у нас сейчас там какие-то крупные неприятности, сейчас какая-то случится катастрофа, то это видит мозг, это видит нервная система. И в этом случае активизируется гипоталамус и гипофиз, и они заставляют надпочечники синтезировать кортизол. А кортизол блокирует инсулин и не дает ему работать, и блокирует чувствительность к инсулину, клеткам, потому что он говорит: слушай, тут вообще заткнись, куда ты убираешь-то этот сахар, он мне нужен сейчас, он нужен сейчас организму, у нас сейчас тигр будет саблезубый есть, у нас сейчас враги тут, нас будут сейчас убивать, ты куда сахар убираешь, это же источник энергии, нам сейчас нужна энергия, чтобы бороться, чтобы бежать от этого тигра, чтобы сейчас с врагами воевать, поэтому нам нужен сахар, и поэтому кортизол не дает инсулину переводить сахар из крови в мышцы и в печень и так далее. Вот они так и борются, кортизол и, соответственно, инсулин. Это два антагониста. Значит, я вам обещала сегодня рассказать про таурин и про то, как можно помочь инсулиновой системе. Значит, дело в том, что, конечно же, вот, ну, что напрашивается первое? Напрашивается когнитивная терапия, напрашивается терапия, связанная с оценкой стресса, напрашивается вот, ну, все то, что я читала в свое время вам про стресс, и как бы переосмысление ситуации, изменение отношений к ситуации, то есть, ну, напрашивается вот эта вот вся психология, конечно, то есть надо понизить восприятие ситуации, ситуации как стрессовые, и тогда уровень кортизола должен снижаться, вот, потому что опять-таки это под действием мозга происходит. Но поскольку у нас лекция по биохимии сегодня так случилось, то мы и поговорим с вами на уровне вот чисто молекул, медиаторов, веществ и так далее. Значит, есть одно соединение, которое помогает инсулину, и когда их уже становится двое, уже кортизол так сильно не работает. Это называется таурин. Таурин – это аминокислота. Таурин. И вот таурин повышает чувствительность рецепторов к инсулину.
И тогда инсулин говорит: о, нас уже двое, ты там кортизол один, а у меня уже есть соратник. Мы с таурином-то точно знаем, что здесь есть лишний сахар, его надо убирать из кровяного русла. Мы не допустим никакой инсулинорезистентности, не допустим никакого диабета второго типа. Таурин – это аминокислота, которая синтезируется из цистеина. Вот у кого есть дома кошки, кто любит кошек, наверное, знают, что кошка – это такое животное, которое очень хорошо видит в темноте. У него, у кошки, большие глаза с такими зеркальными, значит, ну, так скажем, зеркальной структурой сетчатки, которая отражает свет. Поэтому если фонариком в кошку посветить вечером, у нее будут такие красивые глаза светиться, желтые там или зеленые, или там еще какие-то. Это связано со всеми ночными хищниками, у всех ночных хищников такая же история. У сов, например, такая же история. Тут у нас на даче сова живет, ночные птицы. То есть история одна и та же. Почему про кошку заговорила? Потому что таурин связан со зрением, он связан не только с нашей замечательной поджелудочной железой, он не только работает как помощник инсулину. Таурин отвечает за то, как мы воспринимаем вечером пространство, вечернее зрение, ну, наряду, конечно, с витамином А, который есть в морковке, вот еще и таурин. Знаете, я сейчас начала пить таурин вот в готовом виде, в виде БАДов. Я вечером стала видеть лучше. Но это не в качестве рекламы препаратов, а это просто как вот факт, проверенный на мне лично. Значит, кошки таурин не умеют, в отличие от нас, синтезировать. Дело в том, что таурин синтезируется из цистеина, из другой аминокислоты. А кошкам вынь да положь готовый таурин. Вот такая вот история. А мы вроде как умеем синтезировать, но есть одно но. Вот этот цистеин, из которого мы синтезируем таурин, он сам зависит от двух других аминокислот. Он зависит от метионина и от серина. Серин, получивший свое название от шелка, он очень сложно синтезируется в организме. Там, чтобы его собрать, нужно кучу реакций. А вот метионин, это если вы едите творог, то все хорошо. Если вы творог не едите, если вы, так сказать, очень строгий вегетарианец, то у вас метионина не будет. А метионин – незаменимая аминокислота. Таким образом, получается, что вот этот цистеин, из которого синтезируется таурин, зависит от метионина, а он незаменимая аминокислота. Понятно? Так вот, не очень сильно запутал. В общем, если у вас нет метионина, если у вас нет серина, то у вас и таурин, и не будет цистеина, и как следствие не будет таурина. Вот. И как бы в этом случае начинается проблема с сахаром в крови, как уже объясняла, со зрением вечерним, как говорил, и плюс третье свойство таурина – это кардиотоник. То есть хотите поддержать деятельность сердечной мышцы, тоже таурин очень полезен. Это вот такая вот сульфидная аминокислота, очень полезная. Вот. Я покупаю его в виде БАДов, вот типа таких вот коробочек, покупаю в магазинах спортивного питания, показываю так, чтобы не показывать фирму, чтобы это не было прямой рекламой. Почему люблю спортивные магазины? Потому что когда захожу в спортивный магазин, чувствую себя олимпийской чемпионкой. А когда захожу в аптеку за тем же самым, я чувствую себя больным человеком. А мне не хочется себя чувствовать больным человеком. Вот. Про таурин мы поговорили. Значит, теперь я хочу... Таурин, тауфон, может быть, вы видели. В каких продуктах? В каких он продуктах? В основном это индейка и курица. Мясо. Но их надо очень много есть. Про энергетики я говорил в самом начале лекции, про все вот эти психостимуляторы, так что сейчас мы не будем на них тратить уже время. Вот, мы сейчас пойдем дальше, потому что у нас остается ровно полчаса, а мне еще надо дать вам гликолиз и цикл Крепса. Итак, про почему вот мы сейчас поговорили немножечко про таурин, но давайте мы вернемся к нашим баранам, давайте мы вернемся к нашей глюкозе, которая попала наконец вот в кровь, и которая должна-то в конце концов это аденозин-трифосфат как-то перейти. Это вот то, к чему мы стремимся, потому что АТФ – это наш основной источник энергии. Значит, как это происходит? Значит, глюкоза попадает из кровяного русла в ткани. Как это происходит? Она сама туда попала, в клетку, а ничего подобного. Она сама туда не попадет. Это крупная молекула, ее туда надо затащить. Нужны транспортные средства, которые будут туда
перетаскивать глюкозу. Вот инсулин, это, знаете, такой регулировщик на дороге, который вот как-то регулирует потоки машин. А вот эта глюкоза, молекула глюкозы, она едет в клетки на так называемых, ну, тоже легко запомнить, глютах. Глюты – это транспортер глюкозы, так оно и есть, глют. Это белок. Так вот, в составе этого белка глюта, я же вам обещала рассказать про таурин, про хром, про магний. Вот в составе этого белка глюта, фермента этой машинки, да, который там Мерседес или Жигули, или Москвич, или там Фольксваген, вот эта машинка, в состав этой машинки входит хром. Хром. Для того, чтобы утилизировать одну молекулу глюкозы, вам надо примерно 30 молекул хрома. Вопрос, откуда их взять? Да, в общем-то, почти ниоткуда. Из организма вытаскивать резервы, ну, знаете, как бы это не очень хорошая идея. А хром, это, в отличие вот от наших аминокислот, это уже не продукт питания, это уже микроэлемент. Здесь я опять-таки рекомендую хром-пиколинат, опять-таки спортивная добавка такого типа, просто для того, чтобы утилизация глюкозы шла лучше. Но это вам нужно будет в том случае, если вы занимаетесь спортом. Для человека, который ведет сидячий образ жизни, это уж не настолько критично. А вот если вы спортсмен, если вы ходите на фитнес, а мы сейчас придем к тому, что это необходимо, вам нужно будет повышать вот этот вот энергообмен глюкозы, и нужно, чтобы этот, чтобы там все хорошо шло, чтобы не было ситуации, что что-то пошло не так, что чего-то не хватило. Для одной молекулы глюкозы нужно 30 молекул хрома. Это я уже говорила, чтобы она попала внутрь клетки. И вот дальше, смотрите, какая история. Значит, у нас она опять-таки просто так в ТФ не перейдет. Есть два уровня, два этапа, вернее, и об этом сейчас спрашивают в школе даже, что меня, например, вообще поразило. Потому что я присутствовала просто на тестах, и оказывается, что это сейчас уже школьная даже программа. То есть это не очень сложный материал, по идее, для нас должен быть. Хотя и не очень простой. Итак, первая стадия называется гликолиз. Гликолиз, вот это лиз, означает на то, что идет окисление, разложение. Да? Генез – это создание. Глюкогенез – это создание, а лиз – это значит липолиз тоже, да, распад жиров, лиз, а здесь гликолиз, распад глюкозы. Вот на что она распадается? Она попадает благодаря этому глюту в клетку, и дальше она распадает на две молекулы. Мы помним, что в глюкозе 6 атомов углерода, где-то я писала, глюкоза С6. Вот она распадается на 3. Это очень элементарно. Будет, значит, молекула с 3 атомами углерода. Называется это она пируват или пировиноградная кислота. Вот. И она уже является основой для дальнейшего обмена. Я опять-таки сейчас не буду вам говорить, как это все в деталях происходит. Это довольно сложно, потому что и в гликолизе несколько стадий, и в цикле Крепси много стадий. Но я скажу по сути. Значит, что в итоге происходит? В гликолизе образуются две молекулы АТФ. Две. Это то, что идет без кислорода. Происходит это... Это, кстати, тестовый вопрос для школьников. Где происходит гликолиз? Покажите. И надо показать, что гликолиз происходит вот здесь, в цитоплазме клетки, не в органеллах, а вот прямо вот в этой жидкости он и происходит, этот гликолиз. Это довольно простая история. Кислород не нужен, значит, особо ничего не нужно, но молекул АТФ получается до обидного мало, две штуки. А вот если это... Дальше попадает в митохондрию, вот тут уже интереснее получается, здесь будет 36 молекул АТФ, это так называемый цикл Крепса, который пойдет с кислородом, то есть для того, чтобы это шло, да, образование АТФ, большого количества АТФ, именно в этих самых митохондриях, о которых мы говорили, нужен кислород внутри клетки и еще кое-что нужно. Помните, вот я вам показывала вот здесь эту картиночку, картиночка структуры АТФ. Вот эта картиночка структуры АТФ. Еще раз, мы помним, что вот тут сидят три фосфора с кислородом, а вот это вот наш аденозин,
молекулы усталости, как я говорила. Когда у нас фосфор весь выстрелится, когда эта батарейка вся отдаст заряд, останется только аденозин, который чувствует как молекула усталости рецепторы той же нервной системы, например. Вот. Значит, вот здесь история следующая. Вот что удерживает вот эти три вместе группы? Вот эти фосфорные три остатки, то есть три фосфора с кислородом. Оказывается, что хотя этот элемент напрямую и не влияет, он, то есть он не входит в сам процесс, да, мы не используем его в химической формуле его нет, но только в его присутствии вот эта молекула хорошо собирается, и вот эти три фосфорные группы, они хорошо удерживаются. Это магний. Магний. Значит, это запишите, пишется как МГ, как маг, не путать с марганцем, который МН, а это магний, маг и волшебник. Ну, действительно, маг и волшебник, магний. Только в присутствии магния идет вот эта сборка вот этой структуры энергетической молекулы. Магния у нас много. Магний у нас, вот, показывают, целая столовая ложка от 20 до 30 грамм. А если у нас магний нужен для синтеза, а где мы его возьмем? Ну, как откуда же? Ну, 20 грамм-то в организме есть, ну и возьмем его из костей, вытащим его из костей и запустим его в синтез АТФ. Почему нет? Ну, кости, конечно, немножечко пострадают от этого, будут более хрупкими, а так-то найти всегда есть где. Поэтому отсюда такой вывод. Если вы много тренируетесь, если вы занимаетесь спортом, если вы ходите на фитнес и вообще там у вас есть какая-то физическая активность, а мы сейчас придем к тому, что это необходимо, то магний не помешает, опять-таки, как добавка и как, собственно, такой элемент, который вот полезен. Вы меня сейчас спросите, а можно ли как-то без таблеток? Где он в питании? Покажу. Значит, вот по чудесному такому совпадению и магний, и фосфор в наибольшем количестве содержится в какао. Только имейте, пожалуйста, в виду, что в большом количестве какао приводит к переизбытку углеводов, потому что выпить чашечку какао – это почти как съесть полтарелки овсяных каши. Это очень энергетичный напиток в плане содержания углевода, наш вот какао. Тут можно даже посмотреть, что на нем написано. Вот, но я не буду сейчас изучать все эти моменты. Тут я вижу 20 грамм написано. Вот, значит, вот хотите из натуральных продуктов какао, там есть и магний, и фосфор. Вот, но есть еще и калории. Поэтому здесь каждый выбирает для себя, что лучше пить магний в таблетках или вот таким вот образом. Значит, так. Вот после, еще да, хочу сказать, что магний связан с парасимпатической системой, то есть он успокаивает. Симпатика – это возбуждающая наша нервная система, построенная на адреналине, а парасимпатика – это как раз успокаивающая вещь. И вот, кстати, на этом, кстати, парасимпатика, она еще связана, это отдельная тема, она связана с питанием. То есть когда человек процесс, ну, работает, там что-то делает, там я что-то делаю, неважно, там потом, значит, надо пойти и поесть. Это что, реальное чувство голода? Да нет. Или там человек приходит с работы, там какие-то неприятности дома, и тоже, значит, на кухню. Или вот у некоторых людей это вообще становится таким, знаете, образом жизни. У меня были знакомые, понятно, что с избыточным весом, очень любили готовить. То есть такая кулинария, что просто, вот знаете, избыточная. Все жарить, парить. Я 80 банок сделала заготовок, говорила там одна моя бывшая, к счастью, родственница. Я сделала там 20 банок грибов, там 80 банок баклажан закрученных, помидор. Я знаю, а сколько я варенья наварила. Ну, это вообще катастрофа, да, потому что там сахар еще. Поэтому смотрите, какая история. Вот когда мы, у нас как бы нас тянет на то, чтобы что-то съесть, поесть, или вот такой есть, такая есть черта характера, то это говорит о чем? Это говорит, в принципе, о том, что есть какой-то стресс. Потому что когда мы поели,
у нас что активизировалась? Парасимпатическая нервная система. Именно парасимпатика связана с питанием. И мы успокоились. Вот на этом основан фактор, так скажем, ну, привычки снимать стресс при помощи еды именно за счет вот этой парасимпатической нервной системы. Да, по поводу таурина забыла вам сказать, что впервые его выделили из желчи быка. И вот в честь этого, это бычок, да, который я привезла его из Белоруссии, из Беловежской пущи я его привезла как сувенир. Вот, его впервые выделили из желчи быка и вот назвали таурин. Тау – это бык. Так, значит, мы с вами поговорили про магний, фосфор и таурин. Мы поговорили про, значит, вот эти два момента, про два этапа, так скажем, переработки глюкозы. Вначале это гликолиз, первая стадия, да, а потом это уже цикл Крэбса. Гликолиз идет в цитоплазме без кислорода. А цикл Крэбса обязательно приходит в присутствии кислорода. Вот. И еще, может быть, я скажу такой момент. Обычно он упускается. Прежде чем наша вот эта молекула глюкозы распадется на две молекулы пирувата, пировиноградной кислоты, идет подготовительная стадия. Про нее обычно как-то молчат, а надо бы сказать. Дело в том, что глюкоза, она не может быть вот в чистом виде в клетке. Она оттуда быстро уйдет. И чтобы она оттуда не ушла, природа создала такую ловушку, она так называется, ловушка для глюкозы. То есть она переходит в соединение, которое называется глюкоза-6-фосфат. И вот именно в таком виде она в клетках и хранится. А только после этого уже начинается, собственно, гликолиз. Но это так, это, может быть, кто химией интересуется, может быть, это полезная информация. Вот. Теперь давайте смотреть все-таки. Ну хорошо, мы поняли, как синтезировать АТФ, а вот можно ли как-то в каком-то виде эту энергию-то держать? Оказывается, да, основной запас энергии, который мы можем накапливать, который есть у спортсменов, я вам сейчас расскажу про олимпийские секреты, является гликоген. Что такое гликоген? Гликоген, ну, это очень простая вещь, ведь мы же все знаем, что такое крахмал. Мы же все едим картошку или, по крайней мере, знакомы с этим продуктом питания. Мы же все знаем, что такое, допустим, макароны, где крахмал тоже содержится. Значит, гликоген – это, в принципе, аналог крахмала, но для животных. То есть вот у нас, у людей, у животных сахар запасается в мышцах в виде гликогена. А у свеклы, у брюквы и у картофеля сахар запасается в корнеплодах в виде крахмала. А так смысл один и тот же. Что такое крахмал? То есть что такое гликоген и как он выглядит? Ну, я решила, что формулы тут писать без конца на доске толку мало будет, поэтому лучше на пальцах объяснить. Вот мы с вами поняли, что глюкоза – это очень простая молекула. Вот в ней есть С6, да, и там еще какой-то остаток, там кислород и водород. А вот теперь представим, что вот эти молекулки глюкозы, они вот соединились в такое красивое-красивое дерево. Вот они лезут, вообще посмотрите как-нибудь в интернете, формула гликогена, именно структурная формула, не химическая формула, где там будет написано С6 там и так далее, с буквой Н, а вот именно как она молекулярно выглядит. Это красивое-красивое дерево, и вот из этого дерева в разные стороны торчат эти наши глюкозы. Глюкоза, 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 вот они вот торчат, прям такой красивое ветвистое дерево, а все вместе это называется гликоген. И как это работает? Значит, когда у организма нужна энергия, когда, допустим, мы там упахались где-то на огороде, или упахались там где-то, не знаю, с уборкой по дому, или там машину чинили, заводили, или там с начальником ругались, и там выполняли какую-то тяжелую работу, в горы сходили на маршрут, я сейчас фантазирую, ну, придумайте любой вариант, да, и, кстати, умственная работа тоже, нагрузка большая, тоже тратится та же самая АТФ. Что происходит? Значит, уровень АТФ падает, аденозин нарастает, надо где-то набирать эту глюкозу, и тогда от этого гликогена, особенно это хорошо в мышцах происходит, отламываются вот эти вот кусочки глюкозы, отламываются кусочки
глюкозы. Вот, вот так вот это дерево распадается постепенно. Ну, я уж не буду полностью ломать, да, но логика вот такая. И вот они отламываются, и дальше пошли вперед. Гликолиз, цикл Крепса, 36 молекул АТФ, и все прекрасно работает. Значит, так, как нам набрать в мышцы глюкозу, гликоген? Потому что именно от гликогена зависит сила мышц. И коль уж мы говорим о долголетии как о физической, в том числе силе, а не только об умственных способностях, да, и когнитивной модели мира, но мы еще говорим о том, что это все-таки физика, это способность там поднимать какие-то тяжести, быстро двигаться. Потому что что такое энергия? Говорили по Аристотелю, это работа и это движение. Если мы хотим быстро двигаться и не уставать, если мы хотим поднимать какие-то тяжести, да, там я вот вчера таскала яблоки на даче, наверное, центнер их перетаскала, мало чего приходится в жизни заниматься, в конце концов, вот, не только штангу тягать, то нам нужна вот эта энергия в мышцах, это гликоген. Чем больше гликогена, тем больше энергии. Значит, как олимпийские чемпионы повышают запасы гликогена? Расскажу. Значит, есть такая история, что гликоген не пойдет в мышцы просто так сам по себе. Надо мышцу заставить работать. То, что не работает, то ресурсов не требует, то энергии не требует и питания не требует. Если вы не ходите в спортзал, не поднимаете штангу, зачем организму переводить ту глюкозу, которую вы съели с, ну, допустим, нерафинированными продуктами? Да, мы будем говорить, что надо стараться есть нерафинированные продукты, что надо есть стараться крахмал, то есть те продукты, которые медленно поднимают гликемический индекс, потому что это постепенно происходит. Ну, желательно не картошку, конечно, это плохая идея. Но вот та же морковка, допустим, сельдерей, все вот эти овощи, это хорошая история. И даже макароны сейчас говорят, но твердых сортов. Мне эта история не очень нравится, но как бы многие доказали, что это тоже нормально, если они из твердых сортов. Да? То есть вот желательно потреблять, конечно, с питанием продукты не просто с низким гликемическим индексом, а в которых превалирует крахмал, а рафинированные продукты, в которых простые идут сахара, глюкоза, фруктоза, да, там другие, есть еще варианты, не буду сейчас усложнять лекцию. Вот, это желательно исключить. Простые сахара – это кондитерские изделия, это булочки, это белый хлеб, это, значит, фрукты, сухофрукты в немеренных количествах. Я не могу запретить, потому что в сухофруктах есть, например, калий в кураге, в изюме, и поэтому отказываться от этого нельзя, несмотря на их высокий гликемический индекс. Не могу запретить фрукты, те же яблоки, апельсины, лимоны, потому что польза от них больше, чем вреда. И такое содержание там воды содержится, что в абсолютных величинах все-таки вот этой фруктозы и глюкозы не так уж и много. Вот. Но, тем не менее, основные наши рафинированные продукты, тортики, булочки, хлеб, макароны мягких сортов, кондитерские изделия, все печеньки и так далее, вот это все не очень хорошая идея. Вот. Значит, итак, вот мы сейчас говорим о том, как из глюкозы, да, получить вот этот гликоген, источник силы в мышцах. Это называется глюкогенез. Генез – это создание. Говорил об этом. Ну, сложные слова, но что делать? Я читаю сейчас лекцию фактически для студентов медицинского института. Вот. Значит, мы съели там, допустим, морковку, выделился сахар, попал в кровь, значит, дальше нам надо, чтобы он перешел вот в этот источник энергии, чтобы он перешел в именно гликоген. Значит, это происходит, если мы энергию тратим. То есть вот мы пошли в спортзал, и все, что у нас в мышцах есть, а у нас там есть какие-то запасы вот этого гликогена-то, а вот этого сахара разветвленного, это тоже сахар. Где-то я встречала, что гликоген – животные жиры. Это жуткая ошибка совершенно. Вот такое встречается иногда. Проверяйте информацию всегда. Гликоген – это сахар. Это та же самая глюкоза, только выстроенная в виде дерева. Вот. Значит, если мы тратим энергию в спортзале, поднимаем там штангу, бегаем по дорожке, то у нас в первую очередь энергия уходит из мышц и только потом из жира.
Не думайте, что вы побежали на кардио, подняли себе пульс там 120-140 и прям сразу вернулись, и жира нет. Нифига подобного. Вначале выжигается гликоген из мышц. И только потом, когда его уже там нет, ни шиша, тогда уже организм лениво начинает включать в энергетический процесс липолиз, то есть распад жиров. Все не так просто, как нам всем хотелось бы. Вот. Но теперь мы вернемся к тому, как все-таки спортсмены, да и как нормальный человек, запасает себя вот этой силой. Значит, после того, как гликоген выжигается из мышц, естественно, его же надо как-то восполнить. Поэтому такой тестовый вопрос из биохимии питания, который мне в свое время приходилось сдавать, и на нем все сыпались. Какой продукт является для спортсменов основным для восполнения, значит, структуры мышц? И все говорят: белки, протеины, потому что, ну, конечно, белок – это же строительный материал, а вот нифига подобного. Геймеры, то есть это такой напиток, который пьют во время тренировок тяжелые атлеты, это углеводный напиток, углеводный, там в основном углеводы. Вот. То есть если вы потренировались, и если вы правильно поели нерафинированные, желательно, сахара, да, не сахара, прошу прощения, углевод, потому что сахара это уже как бы, да, по терминологии другое, вот, то у вас это пойдет в мышцы и начнет синтезироваться новый гликоген. Ну, можно помочь, конечно, тут и вот этими биодобавками, которые существуют, ну, можно и без этого, но логика такая. И вот здесь я хочу напомнить, что есть такая вещь, как понятие сушки. Это вы слышали, наверное, у бодибилдеров, у, значит, спортсменов-культуристов. И в том числе это, кстати говоря, свойственно нашим бегунам, легкоатлетам и вот всем, кто нуждается в очень сильной мышечной группе. Значит, в чем смысл? Значит, смысл этого в том, что где-то за там какой-то период, по-моему, за 2 недели или там за 3 недели до соревнований очень резко организм, очень резко корректируется питание, то есть убираются из питания все углеводы по максимуму, то есть оставляется там буквально 10%, чтобы это было углеводов. Это очень мало, конечно, потому что в абсолютных величинах у нас где-то у спортсменов это где-то 400 грамм, у такого человека ленивого, который за компьютером сидит, это где-то 150 грамм. Вот, половина всегда должен быть крахмал. Не меньше половины крахмала и клетчатки. Половина – это уж там сахара и что останется. Глюкоза с фруктозой. Вот, вот примерно так. Вот. И, короче говоря, значит, вот это время организм, ему некуда деваться. Он начинает переводить жир в энергетику. У него начинается липолиз. И вот вы видели, наверное, этих бодибилдеров на соревнованиях. Такие все сушки, и там все мышцы из них выпирают. Это человек, у которого где-то 10% жира остается, подкожная жировая клетчатка. Особенно у мужиков это достаточно просто, потому что у них вообще процент жира ниже. У них до 20 где-то в среднем. 18 там и меньше. А у женщин как бы 24 норма, но, как правило, больше у всех там 30. Вот я даже когда фитнесом занималась, шейпингом там с калиперами обмеряли, у меня всегда было там где-то выше 24, даже при том, что я весила 56 килограмм, было и такое. Так что у женщин немножко другой организм. Вот. А когда вот этот жир доводится до 10%, начинают вот эти мышцы выпирать, вот они выпирают, жир уходит. Но в чем фишка? Вот если это не чистой воды культуризм, где там надо выйти, бицепс, там трицепс, там дельта широчайшая, да, вот где не вот эта история, а где эта история олимпийские медали, где надо бежать, прыгать, там, да, как вот Мари, как Лососенья, да, олимпийская наша чемпионка по прыжкам шестом, вот где это нужно, то где-то за 3-4 дня, там, может быть, где-то меньше, за 5 дней, вот, ну, примерно, я так сейчас округляю, конечно, цифры, спортсмен потребляет исключительно углеводное питание. И вот при том, что уже все углеводы, весь гликоген, все это из мышц выжжено, вот на это пустое пространство углеводы идут и, что называется, в гипертрофированном виде они переходят в гликоген. И приходит перенасыщение мышц гликогеном. Вот в этом как бы смысл сушки. Вот. Ну, нам теперь осталось выяснить, сколько же углеводов-то в конце концов количественно есть надо.
как это связано с калорийностью питания и, собственно говоря, как не толстеть и вообще как себя хорошо чувствовать, да, не только чтобы была энергия, но и чтобы самочувствие. Значит, есть такая формула, в принципе, формула 1, некуда уже писать, 1-1 к 3. То есть о чем это говорит? Значит, вы где-то потребляете, так то это в среднем, это условно, потому что вы в разных источниках найдете разные показатели, и цифры там будут гулять очень сильно. Один, грубо говоря, одна часть белков, ну вот так вот, вот, к 3. Значит, это белки, это жиры и вот это углеводы. То есть, грубо говоря, если вы съедаете, ну, 100 грамм белков, 100 грамм жиров в день, то у вас будет 300 грамм углеводов. Это вот как бы ваша норма. Но обычно меньше. Мне, например, когда я занималась фитнесом, там считали где-то 60 грамм белков, там, ну, где-то там примерно так же и даже меньше. То есть это все колеблющиеся величины. Если вы, у вас катаболическая программа нагрузок, то есть вы худеете, у вас жиры будут еще меньше тогда. Вот. И углеводы. Ну, что для углеводов важно? Значит, здесь цифры колеблются. Буквально, вот я говорю, от 150 до 400 грамм в сутки. Все зависит от вашей коэффициента физической активности. Но общая логика такая. Вы не должны есть больше, чем организм способен переработать в энергию. Потому что это закон сохранения энергии. Мы худеем тогда, когда мы расходуем все, что мы съели, грубо говоря. Вот, собственно говоря, вся история. Значит, вот эти таблицы по тому, сколько калорий надо есть, можно найти в интернете. Есть разные формулы, но они обычно складываются из двух вещей. Первое – это базовый обмен веществ. Базовый обмен веществ – это когда вы ничего не делаете, а просто пластом лежите, спите. И вот вся энергия, которая вам нужна на дыхание, значит, там, на то, чтобы сердце билось, чтобы легкие работали. Вот это вот базовый обмен веществ называется. Он рассчитывается, исходя из вашего веса, исходя из энергии, которую дают белки, жиры и углеводы. Есть определенные формулы. И вот у меня, например, если так посчитать на калькуляторе, получается 1812 калорий. Да, как это год войны с Наполеоном, легко запомнить. Но к этому базовому обмену веществ еще добавляется обмен веществ, связанный с вашей физической активностью. И есть коэффициент, там единица, это если вы за компьютером работаете, пятерка, это если вы землекоп или в шахте уголь добываете. У спортсменов, у фитнесеров это обычно тройка. Но тройка — это где-то надо минимум ходить 3 раза в спортзал. И вот там уже как по формуле вы считаете, сколько у вас должно быть калорий. И из них, вот прыгая, вот, как бы, ну, отталкиваясь от этой формулы 1-1 к 3, уже можно понять, сколько должно быть углеводов. Можно еще попробовать использовать расчет, что значит, организм в среднем требует 30 калорий на 1 килограмм массы тела. Но опять-таки, вот все то, что я сейчас вот говорю, это как средняя температура по больнице. Потому что все индивидуально. Если у человека разогнана щитовидка, он будет сжигать все. Если у него гипотиреоз, щитовидка плохо работает, наоборот, все это будет откладываться, и да еще вода будет застаиваться. Поэтому здесь все очень индивидуально. Опять-таки, есть понятие общего метаболизма. Если человек ест часто, каждые 3 часа, то наш любимый инсулин, про который много сегодня говорили, сильно скакать не будет. И липолиз будет, и, значит, образование жира будет идти по-другому. Вот. Если человек ест раз в сутки, то организм считает, что еда – это большая редкость, и он вступает в режим энергообеспечения, то есть как бы в режим энергосохранения. Все будет метаболизм замедляется. То есть это как, знаете, с компьютером. Значит, что нам там не надо? Отключаем все приложения, отключаем все, что сейчас не работает, только базовые моменты. И вот человек, который ест раз в сутки, он ходит, как правило, сонный, ходит, так сказать, с плохим настроением, но при этом он еще как бы имеет лишний вес. Казалось бы, откуда этот лишний вес? А вот отсюда, что метаболизм замедлился до крайности. И напротив, когда человек ест каждые там 3-4 часа,
берет с собой в контейнерах ту же курицу, индейку, там, ну, что-то такое, то у него метаболизм, наоборот, разгоняется, потому что организм понимает, что нас кормить будут, и как бы голодных времен не наступит. Поэтому, когда мы часто едим, это хорошо с точки зрения инсулина, он не скачет, и это хорошо с точки зрения того, что ускоряется метаболизм, то есть обмен веществ. Вот. Ну и в заключение, наверное, хочу сказать, что, конечно, очень трудно отказаться в нашем вот этом мире от той культуры, которая есть, трудно отказаться от того, чтобы отказывать там в пирожках любимой бабушке, тёще там или еще кому-то, чтобы отказываться от шарлотки где-то в гостях, и когда тебя пригласят в кофейню, значит, взять кофе без сахара, это все как-то так довольно, может быть, непривычно, но для человека надо всегда держать в голове достижение как бы каких-то сиюминутных удовольствий или стратегических задач. Вот если стратегическая задача – это энергия в старости, это энергия, так сказать, в зрелом возрасте, и вообще это хорошее состояние, это здоровье, тогда, соответственно, ты выбираешь вот этот образ жизни, он тебе кажется нормальным. В конце концов, ко всему можно привыкнуть. Когда-то мне тортики казались самым вкусным, что есть на свете, я обожала печь пироги, обожала печь там какие-то необыкновенные кулинарные вещи, а сейчас, ну, для меня это так. Ну, это как бы вот торт, может быть, просто как чисто эстетическое наслаждение, посмотреть там, полюбоваться где-нибудь в витрине французского магазина кондитерской. Вот. Можно себя убедить, что вкусно это морковка, вкусно это яблоко, вкусно это индейка, это куриная грудка, потому что это все зависит от нашей как бы когнитивной модели мира и от того, что нам надо. То есть, что для тебя круто, грубо говоря. Вот для кого-то круто это там, ну, съесть, я не знаю, баранину жареного какого-нибудь там гуся рождественского, вот это для него круто. А для меня, допустим, круто это хорошо себя чувствовать, позволить себе раздеться на пляже до купальника, там, сходить в сауну, как бы не заворачивая до потолка себя в простыни, чтобы, не дай бог, никто не увидел там какую-нибудь часть тела. Вот. Для кого-то это круто просто вот себя нормально чувствовать и вести вот такой вот образ жизни. Вот. И чувствовать и окружение таких же нормальных, адекватных людей, тоже энергичных, не каких-то там тухляков, у которых мертвое выражение лица, там куча научных степеней, но при этом с ними трудно вести беседу, потому что ты чувствуешь, что человек вот еле-еле, душа в теле, с одышкой, еле ползает, да? А с такие же жизнерадостные, оптимистичные, чтобы нас окружали люди. Поэтому это, знаете, вопрос менталитета, вопрос наших когнитивных установок. И, в общем-то, это то, к чему я всегда призываю – быть, а не казаться. Быть, а не казаться. То есть не стремитесь навешать на себя какую-то атрибутику дорогую, вот, а стремитесь все-таки изнутри себя поменять. Я сама этим постоянно занимаюсь. То есть вот работать над собой и достигать успеха в этой сфере, это, на мой взгляд, очень круто. Быть, а не казаться. Спасибо вам большое за внимание. Вот. Спасибо. Следующая лекция у нас будет в следующем месяце в ноябре. Будем разбирать белки или углеводы. Углеводы разобрали. Будем разбирать или белки, или липиды. Посмотрим. Вот такая вот история. Да. Можно употреблять пресакран диабет второго типа? Ну, слушайте, я же не врач. Это врача, надо спрашивать. Это изюм? Это изюм, да. Я хотела бы про него поговорить, потом подумала, что перегрузка будет уже информационная с изюмом. А это к магний. Ну, я эту баночку показывала 3 раза. Я ее показывала, когда говорила про таурин, про магний и про хром. У меня одна всего баночка. Слушайте, а вот сейчас модная диета 8 на 16. 8 часов ем. Ну, вы знаете, я вообще против всех диет, потому что это стресс. Любая диета – это стресс. То есть, когда мы садимся на диету, это как бы какое-то ограничение. Вот мы сидим, едим, а потом мы думаем, о, все, наконец-то этот стресс закончился, все, вот теперь-то я уже как бы поем. И любая диета, любая абсолютно, приводит к тому, что организм попадает в ситуацию стресса, и потом он будет набирать эти килограммы.
Поэтому я считаю, что лучше постепенно вот как бы понизить свой вес, убрать свой вес за счет двух факторов. За счет высокой физической активности, за счет спортзала 3 раза в неделю минимум, и за счет вот этого правильного питания, и за счет разгона метаболизма, за счет дробного питания. То есть 5 раз в день есть, питаться в основном белково-растительной пищей, исключить все рафинированные продукты, так чтобы это было, ну, как бы привычкой, чтобы не считать, что вкусно это тортик. Нет, надо себе внушить, что вкусно это кусок там рыбы, мяса, овощей, да, вот, и плюс физическая активность. И вот эта постепенная история, она даст в конечном счете лучший эффект. То есть вы к этому как бы привыкнете, и у вас это будет как образ жизни, опять-таки. То есть я не за то, чтобы посидели на диете, добились эффекта, бросили диету, а я за то, чтобы поменять образ жизни в целом, и чтобы это не было дискомфортом. Потому что вот я когда там беру с собой на дачу эту курицу в контейнерах или там, не знаю, какие-то овощи, мне даже в голову не придет, что вот это как-то вот, ну, ненормально, что это какие-то ограничения. Для меня это не ограничение, совершенно естественная вещь. Вот. Так что я вот этой диеты, в общем-то, не знаю. Я сейчас высказала свое общее отношение к диетам в принципе. Вот. Может быть, она эффективна. Я соглашусь, что она эффективна. Эффективно голодание сбрасывает вес. Эффективно там все эти вот шоколадные диеты, монодиеты, когда организм просто перестает уже воспринимать другие продукты, и, то есть он перестает воспринимать именно этот монопродукт. То есть посидите неделю на кефире на одном, посидите неделю на одном рисе, посидите неделю на одной картошке. Вот, в конце концов, организм перестанет воспринимать этот продукт, пойдет как бы, да, эффект такого, ну, как голодание. Вот. Но в конце концов, организм скажет: ты меня мучил или там мучила, а дай-ка теперь я восполню все вот это вот страдание. Поэтому вот диета этим опасна. Я сама проходила свое время голодание, и я бы не рекомендовала. Так что имейте в виду, если краткосрочно вам надо прям вот за неделю там для фотосессии, то, может быть, это хорошая идея. Но если это долгосрочная перспектива, то не очень. Вот такая вот. Да. Вы сказали, для магния можно выпить какао. А можно ли заменить шоколад? Это будет идентично или... Смотрите, значит, ну да, в шоколаде там тоже полно фосфора, и магний, в принципе, там тоже есть, конечно, это, ну, не совсем одно и то же, в шоколаде еще сахара будет много в чистом виде, так что имейте в виду. Тогда может черный шоколад? Черный шоколад, да, это может быть лучше, может быть лучше. Вот, но я хочу сказать, что все-таки так как мы вот расходуем энергию, я все-таки предпочитаю магний в таблетках. Да нет, в БАДах. Вот, я просто вижу сразу эффект. Но я, правда, хожу в спортзал, и мне это необходимо. Я просто вижу эффект, что вот сколько бы я какао и шоколада не съела, но вот когда съешь там... Да, я сразу, это нервная система по-другому работает, то есть сон лучше, потому что... То есть магний можно круглый год пить или все-таки нет, или все-таки курсами? Да, потому что он в присутствии витамина В6 лучше усваивается. Любые препараты лучше пить курсами, чтобы не наступало привыкание. Любые. Вот. И в первую очередь это касается тех препаратов, которые воздействуют на систему. То есть, смотрите, одна история, когда вы просто повышаете уровень какого-то вещества, которое у вас есть в организме, оно постоянно синтезируется, распадается. Например, ноотропный препарат, например, ГАМК, гамма-аминомасляная кислота. Кстати, никогда не верьте тому, что там написано на таблетках, если будете покупать там все это. Все это неправда. Но это я вам расскажу, когда у нас будет лекция по нервной системе. Вот, гамма-аминомасляная кислота, она же ГАМК, ГАБА, она является таким кормом для нервных клеток. Если вы ее будете есть даже по 6 таблеток в день, хуже не будет, а только лучше. А аминолон не работает именно потому, что 250 мг – это ни о чем. Надо съесть 12 таблеток, чтобы это заработало. Это корм для мозга, для нервной системы. Очень трудно перекормить нервную систему вот этим
препаратом. Очень трудно перекормить организм АТФ, который продается в ампулах, потому что это естественный организм. И, кстати, у нас 50 грамм этого АТФа всегда. Если вы будете колоть себе ампулы аденозин-трифосфата, хуже не будет, потому что он синтезируется, распадается, это как бы то вещество, которое всегда. А вот то, что воздействует на рецепторы, это всегда не очень хорошая идея. То есть вот эти все регуляторы, это уже как бы надо с осторожностью. Вот все, что воздействует на систему рецепторов. Допустим, вот я говорила про психоактивные вещества, начиная с кофеина и вот с этих вещей, с энергетических напитков, ну и заканчивая противоположностью, да, это, допустим, барбитураты, фенобарбитал, вот эти все, валерьянка, корвалол, то есть это плохая идея, потому что они воздействуют на рецепторы, и фактически они влияют на работу рецепторов. А вот потом обратно их возвращать, чтобы рецепторы нормально уже видели свои нормальные молекулы, очень сложно. Вот, поэтому сейчас у нас корвалол уже считается запрещенным препаратом. Вот, так что здесь вот так. А что касается диабета, здесь вот действительно проблема сжигания избыточного сахара. Я как-то работала с клубом «Прощай диабет». Они просто каждый день ходили в спортзал. И все. И у них сахар из крови уходил. То есть он весь сгорал за счет активности. Я понимаю, что это тяжелые истории, как бы неприятно, это надо же себя приучить. Но зато никаких лекарств. И плюс сильные мышцы. Так что есть плюсы тоже. А лекарства комментировать не очень хотелось бы, потому что я все-таки не врач. А вы вообще не упомянули про алкоголь и спиртное. Ну а зачем нам алкоголь и спиртное? Это часть еды находится, является большинство людей. Разобрать.